С призовыми местами вернулись могилевчане из международного конкурса молодых профессионалов WorldSkills 2017 у Краснодары. У складе белорусской сборной 35 человек, навученцы колледжа, студенты университетов и молодые специалисты до 22 год. Будущие профессионалы змагаліся за звание лепшего у своей профессии. У 29 компетенциях у 6 сферах. Представницы Могилевщины так само годно выступили на конкурсе. Так, студентка Могилевского державного университета харчевания Яна Буглак у компетенции «Ресторанный сервис» заняла другое место. С серебряным медалем вернулась и навученка Могилевского технологичного колледжа Вероника Гатальская. Яна стала одним из лепших молодых кухаров краин СНД. Нужно еще развиваться, то есть не стоять на месте. Хорошо, хорошо. Но не тот еще результат, который на самом деле хочется. Хочется золота. Конечно, хочется. И еще есть возможность поучаствовать в конкурсе в Казани в 2019 году. Тоже потому что я по возрасту, да, еще прохожу. Я еще молодой специалист. Ей уже идут телефонные звонки, и нам звонят, просят, говорят, учащаяся, которая заняла второе место, можно ли ее взять на работу. Ее уже приглашают. Поэтому для нее это большой профессиональный опыт в первую очередь, ну и профессиональное самоопределение. По выниках удела у конкурсе кончаткова сформируется республиканская сборная, якая представит Беларусь на чемпионате WorldSkills International, який пройдет у Абу-Даби у кастрычнику этого года.